соревнованиях приняли участие все 4 школы города. Команды поделили на 4 возрастные группы – женские и мужские забеги. Стартовали ребята, начиная с самых маленьких – 2006 год и моложе. В этой группе и девочки, и мальчики бежали дистанцию 500 метров. Сильнейшими оказались Егор Артеменков, 4-я школа, и Анна Комарова, 3-я школа. Затем к борьбе подключились ребята 2004-2005 годов рождения. Они также бежали дистанцию в 500 метров. Здесь быстрее всех пришли на финишную черту Евгений Фукс и Ксения Боровцова, 4-я и 3-я школы, соответственно. В возрастной группе 2002-2003 задача у мальчишек и девчонок была уже посерьезнее. Им предстояло пробежать 1000 метров. В упорной борьбе первыми пришли Дмитрий Краснов из 4-й школы и Ксения Семенюк, школа номер 1. В самой старшей группе дистанции для юношей и девушек были разными. Девчонкам было необходимо пробежать так же, как и предыдущей группе, 1000 метров. А вот ребята покоряли дистанцию в 2000. Самыми быстрыми оказались ученики 1-й и 3-й школ Михаил Пенищук и Ангелина Белякова. Ощущения после победы прекрасные. Конечно, когда гонка именно сама была, тяжело. Ну, спортсмены привыкли терпеть, поэтому только терпение поможет. В командном зачете лидировала 1-я школа. Надо отметить, что все ребята старались, не жалея своих сил. Каждый стремился победить не только соперника, но в первую очередь самого себя. Участники показали красивую спортивную борьбу и высокие результаты. Все победители и призеры соревнований получили грамоты и медали.